Чем тут у меня ребенок занимается? Всем привет! С вами канал Art Money. У меня ребенок последние уже недели, наверное, две, и заявил желание, что он хочет стать поваром срочно, чтобы научиться готовить. И вот прям уже две недели прошло, а он все равно хочет. То есть никуда это не пропадает. Ну, Тёк, я лезу, а сам аккуратно. Да. Вот сегодня, ну давай хорошо, говорит, давай ты гамбургер сам. Вот, ну, не с самого начала, вернее, начала снимать. Он сам разрезал булочку полностью. Я только чуть-чуть показала. Это первая булочка его. Сам вот намазал крабом. Вот такой у нас краб. За так слово, мне это нравится, краб. Вот. Ну, сыр я разрезала, потому что там чуть-чуть совсем было его. Вот, теперь лучок себе кладет, у него гамбургер, да? Вот, а сегодня еще в обед он будет делать салат. Мы уже вот сварили яички. Они остывают. Вот, у нас будет огурчик. Вот здесь у нас лежат огурчики. Там зеленушечка, все такое. Огурчик, язычок будет у нас там в салатике, да? И хотим заправить все это майонезом, но у нас майонеза очень мало. Прям чуть-чуть, не знаю, сейчас, может быть, доставку закажу. Да, а завтра пойдем... Может, ее до обеда привезут. А завтра мы пойдем в церковь. А завтра мы в церковь пойдем. Завтра нам идти Димочку... отвезти к дерматологу. А у него какая-то аллергия, да? Да, аллергия. Он на меня весь расчесался. Да, вернись ко мне. Да. Как будто кошка у нас дома, вон, все расчесалось. Вот тут у него вон на ручке, не знаю, аллергия пищевая, видимо, на что-то, не знаю на что. Ну, давала ему колбаску, давала немножко. Все хорошо, они у тебя там приклеенные? Я, ты хочешь вот эту повернуть? Ну, давай. Давай я сделаю. Опа! А, ну да, все правильно вообще-то. Правда, он большой получился. Ну ладно. Все, садись сначала. Вместе с ним. Гамбургер. Гамбургер. Макдональдс. Только над столом ешь. Наклонись. Ну как? Вкусно. Вкусно? У тебя там краб висит. Ай. На этой. Похоже, краб на сметанку. На сметанку? Пока. Ну, краб он такой, да, вкусный. Кстати, очень вкусная такая штучка. Нам свекровь ее передает. Хотела делать обзор, но так и не сделала. Не знаю, в следующий раз муж купит, и я сделаю, если вам надо. У нее, по-моему, состав... Хотя нет, кстати, состав там, как всегда, большой. Но она прям вот, реально, там прям крабовые палочки с чем-то там перемешаны, и они прям чувствуются. То есть не просто там намешано непонятно чего, как майонез, да? Там вроде перепелиные яйца в нем там есть или чего-то. Там а ну, ничего вот не чувствуется. У нас все стол завален. А стол у нас завален, да. Мам, тут я кофе допиваю, тут он еще чай Диме развела. Давай чай. А еще у нас папа спит. Папа спит, да. Чай залила. Тут вот у меня холодная вода. Вот я сейчас помыла бутылочку. Хочу. Жду, пока чайник остынет. Хочу еще добавить, потому что чего-то не хватает нам холодной воды. Но только папа мне дал киндер и конфетку, но я съел только один киндер. А вот и гамбургер я съел. Кушай, кушай. Послиня, вост. Угу. Мы купили, кстати, я купила вот такие вот булочки хорошие. Они, кстати, такие мягкие вообще. Сейчас они... А, ну они уже жесткие стали. Им уже, наверное, 3 дня, да. У нас я делала, кстати, обзор. Самарский пекарь у нас делает их. Есть у них еще чиабатта, у меня есть обзор. Но это только у нас, конечно, в Самаре. В других городах навряд ли, у вас, наверное, свои там есть. Вот, и мы еще эти булочки, да, поджаривали. Вчера яичница была, они прям такие хрустящие были, да? Прям необычные, такие вкусные. Ну, я, правда, давно не ела, но, наверное, так должно быть. Или, может, как-то по-другому, да? Да. Ешь, давай, вкусно? А вот и наступил обед. Да, Дим? И Дима уже делает долго салат. Долго елся. Нет, ты не ешь. Дим, ты режь давай. Есть он. Ты сейчас салата тут наешься и есть не захочешь. Неправильно ты делаешь. Подожди, подожди, подожди. Не-не-не-не, нож правильно. В правую руку. В правую руку нож, да. А левой рукой ты поддерживаешь огурец. Палец аккуратно. Вот. Тоненько его режь. Вот, молодец. Да он там сам снимется потом. Тоненько режь, толстые куски не надо. Вот, молодец.
Это что, совсем здоровенный кусок отрезан. Тоненький их режь. Пальцы аккуратно. Ну, Дима так режет. Тут он уже яичко нарезал. Я язычок нарезала. Сейчас пойдем возьмем с вами лучок. Сейчас я наберу. Да, вкусный огурец. Огурец вкусный. Да, вкусный огурец. Что-то я неправильно сказала. Я сказала огурец. Ну, она была. Смешное слово огурец. Да что вы? Вот говорят, когда помидор у вас говорят, вот фафетона, вот так говорят, я когда капусты говорят, капуста, вот так говорят. И я от вас не палец сказал, а так, огурец. Ты только сюда выдавливай. Ай-ай-ай-ай. Вот сюда вот. Где? Дим, да, господи, да что ж ты? Вот. Давай-давай, выдавливай. Там мало. Дима, как ты кушаешь? Вкусно? Дима говорит, это я так вкусно приготовила. Да? Вкусно? Ну-ка. Вкусно? Еще Дима сделал гамбургер. Разрезал так себе, но гамбургер. Вкусно? Расскажи, как было вкусно, потом будешь смотреть. Вкусный салат? Спасибо, Сережа, вкусный! Вкусный? А что Дима там кушает, я что-то не поняла. А киндер я сломал себе. А что ты ему заранее-то дал киндер? Ты ешь вместе с киндером, что ли, все, я не пойму. Дим, ну я уже смотрю, у тебя пол яйца нету. Ты давай сначала доешь, у тебя еще там куча всего, а потом ты будешь есть свой киндер. Что это такое? Папа, нашел время, когда давать киндер. Самый прям разгар. Представляешь, вот эта игрушка упала у меня в чай, представляешь. Ну что ты хулиганишь, папа, а почему у меня обычный киндер, а у Димы необычный? Обычный человек-паук. Так у него внутри с белым шоколадом, а у меня без белого шоколада. Нет, никогда тут. Так там видно. Если написано киндер, значит с белым шоколадом. А если написано что-то другое, значит без. Дима, ты кушаешь? Свой салат кушай давай. Потом будешь играть. Давай сюда. Подожди. Давай, ешь. Я думаю, ты тут доел уже все.